Лучи добра, друзья, с вами Волкофрения, и я с новыми силами, отдохнувший, наевшийся, не голодный, добрый, сейчас буду продолжать проходить эту миссию в зомби-найт-терроре в этом особняке сраном. Мы должны сделать это. Я уверен, мы сможем. Теперь мы знаем, что как. Что да как, что кого. Так, здесь ускоряемся. Так. Так. Здесь делаем так. Вот так. Хорошо. Один пускай туда идет. Пускай он там сделает дело свое. Сюда вдвоем давай. Лезем. Так. Хорошо. Хорошо. Так, нас теперь трое. Четверо даже. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. Давайте попробуем не потерять. Ну, по глупости, вот таким вот. Чтобы они просто никуда не прыгали. Да что, ёпты. Нёуу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 ooo Нормально. Чё ты, дружище? Вот так, хорошо. Здесь нас закрыли, но это временно, я думаю. Сейчас мы сделаем все. Вот, теперь открылась эта дверка. То, что нам надо. Великолепно. Сейчас мы проберемся, получим наши любимые штучки-дрючки. А ты идешь выше. Или нет? Ладно, тут надо своих ребят тоже взять. Иди справа тогда сначала. Так. Хорошо. Вот это рушим. Хорошо, рушим. Здесь рушим. Великолепно. Так, здесь ползут, пускай. Вау! Ладно, можно. Так дешевле просто. Так просто дешевле. Здесь иди сюда. Здесь покричим. Здесь покричали. Здесь превращаем. Что это? Кто это тут? Зомбаки мы полетели? Ладно, пофигу. Все, теряю опять, теряю контроль. Все нормально. Так. Значит, налево прыгаем. Даже не знаю, здесь что, их просто на мясо можно отправить, чтобы не париться. На самом деле. Здесь не на мясо. Здесь через дверь мы сможем спокойно бахнуть. Так. Продолжаем.
А продолжаем мы. Здесь ломаем. Наверх забираемся. Да, все окей. Поехали. Давай этим сюда наверх. Так. Хорошо. Здесь ломаем. Здесь тоже ломаем. Все четко. Тут лезут ребята, не падают. Ой, зомбаки ушли. Ладно, фиг с ними. Справимся, я думаю. Теперь вот так. У нас открылась здесь дверца. Да что такое? Так, зомбаки там идут. Давайте их. Даже не знаю. Давайте их сожжем. Вот так вот, вот. Здесь все сделаю сейчас, ребята. Тоже хорошо. Шприцы есть. Вот. Круто. Теперь заражаем. Раз, два. Так, вот эти двое, кстати говоря. А здесь просто взрываем. Хорошо? Хорошо! Офигенчик! Офигенчик! Сейчас мы все это сделаем, ребята. Хватит это терпеть, сказал я. Вот здесь так. Понеслась. Все, готово. Здесь готово. Здесь зомбаки. Так, вот это надо отключить. А как это? Тут прыгают, летают, но они не падают, главное. Это важно. Давай сейчас взорвем. Все. Теперь сюда, мистер Крабс. Понеслась. Понеслась. Можем и так пролезть, не взрывать. А ты... Ладно, нам пригодится. Забираем еще укольчик. Ломаем. Давайте, пробирайтесь. Мы всех завалили? По-моему, мы всех завалили, даже супермиссию откроем. По-моему. Да, теперь направо. Оп. Оп. Давайте, ребята. Смотрите, отдохнул, посвежел. Сразу все прошлось великолепно. ГГВП. Что я могу сказать? Причем еще один шприцуля тут есть. Но она нам не понадобилась. Мы всех и так закрошили. Четко. Четко. Давай, кого-нибудь доведем хоть до верха, чтобы пройти уже наконец эту миссию, черт возьми. Будь она...
не ла... Будь она неладна. Все. У-ху! Ну и дополнительное, да, неоплаченное сверхурочное открыто сделали мы дополнительное испытание, и это очень круто. Что у нас здесь? Что это тут ребята делают вообще? Так, вы все слышали, зомби не пропускать, это ясно? Так точно. А тут у нас зомбачки идут. Круто, круто. Проведите зомби на вершину стройки. Профсоюз наносит ответный удар. Убейте всех рабочих. Круто. Поехали. Так, что у нас здесь? На вершину стройки? Моя головная боль. Обалдеть. Так. Здесь у нас ДНК дадут. Здесь ДНК дадут. Взрывов нет, взрывы будут. Окей. Так. Здесь ушуршали. Вправо нам не надо. Что тут есть? Убейте всех рабочих. Ну, вправо для, ради одного можно, в принципе. В принципе, можно. Давайте убьем его. Ладно, так уж и быть. Убьем одного. Мы сейчас наверх попадем, да? Убили одного. Делаем ДНК-шечку. И куда ты, мать твою? Что за жесть? Это что за жесть? Зомбаки. Все, заели. Так, здесь обычные зомби. Хорошо. А здесь у нас необычный зомбак. Здесь пистолет. Ну, я много потратил, очень много потратил. Блин, вообще, да. Да ладно, тут рабочих надо было сначала не включать, не ломать. Тут надо заново, по сути. Ай. Так, усили. Здесь будет наверх запрыг. Пропрыг. Делаем так, делаем так. Чтобы не потерять никого. Делаем так. Надо нам пропрыгать здесь. Тем более надо нам парочку уничтожить. Чтобы пропрыгать одному. Одного достаточно. Блин, а ты куда полез? Он же упадет сюда.
Твою мать. И что такое-то? Никак, да? О, нормально. Вообще крутотень. Тю, у меня остался один. Да. Ну ладно, это первый раз мы. Первый раз всегда фейлов куча. Попрыгали, полетели. Воу, ее. Сразу сделаем налево. Все, и проблем нет. Давай. Все, хорошо. А может быть, мы и вытащим эту битву? Так. Теперь нам надо сделать здесь... Знаете, что я вам скажу? Вот эту печальку я сделал вообще. Сейчас сделаем вот так. Здесь взрывать ничего не надо. Так, раз, проползаем, проползаем. Пок-пок-пок-пок-пок. Пок-пок-пок-пок-пок. Одного хватит. Одного хватит. Поэтому... Делаем... Вот так, вот так. Чтобы никто, ничего, никуда. Пошел. Так. Залезаешь. Теперь, если мы туда, то он умрет. Значит, прыгаем здесь. Прыгаем здесь. Прыгаем здесь. А вот теперь все красивенько. Воу, оверлорд полетел, оверлорд, владыка полетел, просто хорош, по красоте. Приземлился. Так, ну тут я не знаю даже, пока стоит их, давайте их сначала мочканем. Их просто наверх, они улетят. И все. Но нам надо вот эту еще включить, да? Это нам туда чпок, чпок, чпок. Круто, попрыгаем. Хорошо. Не будем пока. Давай аккуратно, родной. Тут не сложно. Тихо-тихо-тихо, родненький. Хорош вообще, просто летите. Так, теперь можно сломать. Теперь можно вот этого взять. Нет, так мы так сейчас справимся одним. А как мы одним справимся? Теперь. А нам, по сути, не нужно, да, ломать вот эту штуку. По сути. Нам надо провести зомби. Тут все прыгать и все получается.
Тут можно пропрыгать как угодно. Ну ладно, давай. Давай сделаем оверлорда. А, он что-то тут тупит, да? Ай, сделал же. Ну. Прыгаем. Можно было не нажимать. Так, ясно. Давайте отсюда. Нет, там приятнее. Там приятнее. Просто надо было нормально нажать. И все. Так мы уже миссию выполнили. Пью. Чуть мышки иногда не попадают, так странно. Пью. Пью. Ну и все. Победа, как говорится. Убит люди 5. Хорошо, прошли. Нормально. Куда там эти сисюлечки бегут-то, я не понимаю. Черт, опоздали. Я же говорил, что лифт не выдержит нагрузки. Нужно еще время, Гертруда, прикрой нас. О нет, ты и против зомби, вы нашли друг друга. Удачи тебе, дикарка, я буду скучать. Ого. Ого. Победите невероятную Гертруду. Это что мне надо делать? У меня есть только взрывы и крики. И все, я не могу ползунов делать. Оверлордов могу закидывать. Да что ты? Ускорений даже нет. Да ёк, Макарёк. Все ушла? Все отлично. Хорошо, оверлорд. Понеслась. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пошли, родные мои. Взрываются. А тут вообще даже контролить не надо, мне кажется. Так добегут. Один дойдет. Не дойдет. Блин, хоть бы скорость какой-нибудь. Давай, родной. Все окей. Что-то мало зомби осталось, да? Надо было все-таки прыгать. Так, теперь взяли скорость. Прыгаем. Ах,
все нормально. И где мы ее будем мочить? Надеюсь, она не убежит сейчас просто так. Один зомби маловато. Ускорение-то есть у нас теперь. Теперь можем творить чудеса, да? Давай-давай-давай. Давайте, ребята. Грызите-грызите ее. Грызите. Ломайте, ломайте. Давай, давай, убивай ее. Сучку. Грызем. Хрумкаем, хрумкаем, ребята. Чуть-чуть осталось. Да! Да, Гертруда, да. Что это было нахрен последнее в конце? Я не хочу этого знать. А я определенно не хочу этого знать, ребята. Это... О, зачем? Зачем это было делать? Черт. Так, вертолет куда улетел-то? Кто улетел? Убейте влюбленных испытаний и помогите зомби добраться до входа в секретную базу. Фух. Ну. Так, длинная миссия. Длинная миссия. Мы ее тогда на следующий раз оставим. Где-то по 2-3 миссии мы проходим за ролик. Поэтому, ребята, в следующем ролике будет интересно. Что-то новенькое у нас под землей. В секретную базу. Все, ребятушки, я с вами прощаюсь. Мы молодцы, Гертруду завалили. Она обгадилась, вся бедная. Ну а что тут? Если меня сожрали зомби, не знаю, что было бы со мной. Но не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. Ссылочки все в описании, ребята. Мне будет очень приятно. Правда. И лучи добра. С вами был Волкофрения. Пока.